Ну что ж, последний бой в Японии! Вперед, мои верные войны! А я полетел покорять другие миры! Эй, трава недосушенная! Вылезайте, мы знаем, что вы где-то здесь! Ну ладно, как скажешь, коротышка! О, битого ниндзя! Ну честно, мы маленькие ниндзя, а он вон какой здоровый! Отговорки! Просто вы псевдо-ниндзя, а я настоящий! Погоди, а настоящий? Привет, могу остудить кому-нибудь буйную голову, бесплатно! Себя остуди, мы любим холодные блюда! Буфет закрыт, так что оставайтесь голодными! Я так и не думаю, из тебя получится отличная баклазановая икра. А вот и время для удовольствия. Ой, она! Ой, эти звездочки острые, как бритва. Это точно. Наконец-то мне досталось удобрение. Я не опоздал. Нет, как раз вовремя. Ветер усиливается. Вижу, закрываю щели. Ах ты, червяк, успел в последний момент? Эй, баклажан, мне кажется, пора как следует продемонстрировать твой суперприем. Абсолютно согласен, тройная порция сюрикена. Какого черта ты раскидался сегодня? Нам сказали, что ты не так опасен. Выходит, ваша разведка вас подвела, это ваши проблемы. И что за дело нам теперь? Что? Дальше атаковать, скоро будет подкрепление. Это хорошие новости, потому что скучно побеждать пару коллег. Зовите всех, кто у вас есть. Японский бог, да он голову рубит, а нашим чертикам, как капусту по осени. Отставите панику, количество мы возьмем. Вы даже до меня дойти не можете, а еще что-то болтаете. Ну вот и как тут с удобрением быть? Я же прикончу всех за один удар. Неловко это говорить, но нам что теперь, еще и поддаваться мертвякам? Выходит, что так. Такого позора нам и нет вас. Срочно нужно делать харакири. Ага, а потом у нас император поднимет из могил и еще раз убьет за нашу трусость. Дилемма. Что-то мне даже жалко их. Погибай, вставай, снова погибай. Такова судьба зомби. Они нападают, мы защищаемся. Какая-то печальная ситуация. Печальная для вас, хочу заметить. Может, покончить с ними подкормкой? Хотя они уже и так готовы. Какая-то скоротечная битва получилась. Ну да ладно, увидимся в следующих сериях. Пока!